останки превращаются в вампиров, охотников и оборотней с безумными мистическими способностями и оживают после смерти. Погнали, бачат. Три жизни. Суперспособности. Здрасте, я Одер, и это игра. Вот Блиц. Да. Ну, на мой взгляд, это самый динамичный здесь режим боев. Ну и игра сама по себе динамичная, не напряженная такая. Эх, щука, 3 минуты 10. Ну, 21:58 я хочу сказать. А я до сих пор не в кроватке, надо спать. Капец, это еще один ролик, который я не обработаю. Ха. Короче, поиграем просто и все. А давай без монтажа выпустим. На. Опа. Сюрприз. Да сюрпризами. Дебилы. Чего творите, а? Понимаю. Тебя трогать не будем, значит. Ух ты ж, бывает же такое. А ты понимаешь, что я тут для тебя сюрприз затеял? О, ё-моё, ты спрятаться решил? На! Я тебя мог протаранить, кстати. Интересно, он притворяется или нет? Просто есть такая способность у тяжелых танков. Притвориться мертвым. И при этом от любого удара, считай, защищает, кроме Инферно. Потому что Инферно это дополнение. О-хо-хо! Взрыв боеукладки в гусеницу, я в шоке. Что ты смотришь? Не смотри. Ну-ка, в гости хочешь? Посмотри, что здесь. В гусеницу, боекладочку взорвать какому-то там... Танчику. Опа, вот это вот опасно. Я вот не понимаю, какого хрена Шеридены вот этой способности имеют. Короче, эти птички, летучие мыши которые, они такую дичь могут мутить. Нифига он попками виляет. На, стоять, не двигаться, окей? Покажите мне его, куда Писец, вот это магия, конечно, у средних танков. У Шеридена какого-то фига есть кровавый след. Это летучие мыши летают над танком. И когда танк двигается, они съедают его. Такой способностью... Оборудуют вот эти вот противотанковые установки, такой способностью имеют. Вот эти противотанковые установки могут. Щука, не смотри на меня так, окей? О-о-о-о, ну все, мне ГГ походу. Да, мне ГГ было. Так, 500 очей не получилось накопить, сколько я хочу. Ну и в принципе я все объяснил. Эти летучие мыши только есть у противотанковых установок. Ну какого фига есть еще и у Шеридена? Несмотря на то, что ПТшка у нас есть, но ее в бою не было, она возрождалась только на тот момент. И мне приходится, получается, зависать, чтобы мне ничего не было. Смотри. Опа! Инферно, это взрывная волна дополнительная. Щука, он спрятался, это неинтересно уже. Почему ты мне урон нанес? Ты же гусеницу сломал, не? Писец! И кто? И где здесь ПТ нафиг? Где рядом ПТ, который меня видит? Вот объясните, почему вот эти вот туры, собака, имеют эту способность, а я не имею? В чем разница меня
ККЛТ перед остальными. А? Бесячие птуры. Ну, очки нафармить надо, если честно. Да ладно. 400 дамага. На тебе последний. Если бы та прошла, было бы все ок. Другим было бы нашим тоже неплохо помочь. Мы поможем, пожалуй. После того, как ушатаем парня этого. Писец. Вот. Щука. Вот долбанный птур. Вот как? Почему он такую способность имеет? Объясните. Мне сейчас придется, хотя не придется прятаться. Сделаем просто так вот. 3, 2, 1. Инферно. На. Райское наслаждение тебе. Миш, подглядывать за мной будешь. Маньяк недобитый, следует тучими мышами. Вот что он такого сделал, чтобы у него мышки летали? На тебе еще. Блин, бедная гусеница. Да, красава. Так и надо было. Потратить 400 очей, а снять там, не знаю, 60 мне. Так, и я тоже не заработал себе так называемые 700 очей, чтобы 40% к урону. Нет, мне бы не хватило. Так, короче, надо ехать и завоевывать свое, отвоевывать звание. Единственное, что надо сразу найти тот танк. И для этого я, наверное, сразу заезжаю вот это. Да, вот он, Т-92. На тот танк насрать. Мне нужен Т-92, ребят. Его надо просто уничтожить. Да, он выгулен. Главное, нафиг этого птура уничтожили, и все. Остальное не важно. Потому что у птура тоже последняя жизнь была. У среднего танка всего-то ничего. Ой, инферно сейчас поможет. Да блин, возьми зомби, превратись в труп, и все. Превратись в труп, и будет все ок. Ёк-макарёк. Что с тобой не так, а? Дострельни, у него инф... А, по тебе инферно. Блин, вот можно было стрельнуть тогда, когда рядом был. Нет. Вот видишь, у Шеридана, вот эти вот, вот этот вот кровавый след, вот эти вот летучие мыши. Не знаю, может это связано с тем, что им тур убирает, ракеты эти. Не знаю. Напиши в комментариях, если знаешь и играешь в эту игру. Напиши вообще в комментариях, в какие игры играешь. Я хочу сделать видео, назвать его «Моя коллекция игр» или как-то так, «Коллекция игр», не знаю. Название и... Там чисто зайдем на 30 минут буквально, посмотреть, что за игра и все. Чтобы показать, что эта игра у меня есть, а буду ли я в нее играть, это уже хороший вопрос. Вот, видишь, Шеридан, просто большое преимущество. У него еще мало того, что вот эти ракеты, птуры, так называемые, так еще и кровавый след этот недобитый, звездец просто. Идеальный конец. Ты смотри, 11111 дамага. Просто лучше быть не может. Вот так вот я аккуратненько сыграл, не то, что до этого было. У Шеридана, противника, 14к настрелен. Это неплохо он себя показал. Но, несмотря на это, у нас тот бесячий тоже Т-62. Вот этот, он 5к всего лишь настрелял. На этом у меня все, всем пока-пока. Приятного мне, что вы уделяете мне время. Пока-пока. Писец, вот так вот выглядит.